Демонтаж уже завершен. Строители приступили к монтажу окон и фасадным работам. Не сидят без дела и штукатуры. Заливка стяжки полов и плит подвала тоже идет полным ходом. Работы идут по графику. Отставаний нет. Срок завершения фасада ориентируемся июль. Берем запасы на возможность согласования и так далее. Стараемся быстрее. Ремонт в хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы начался летом. Сейчас на объекте работают 70 человек. В ближайшее время число рабочих увеличится почти в два раза. Когда будет внутренняя отделка, до какого количества рабочих увеличится? Здесь будет работать минимум 100 человек. Мы в следующем месяце мы нарастаем где-то порядка еще плюс 20 человек. То есть сейчас 60, будет человек 80. Ближе к июню будет 100 человек. Системы вентиляции, электрика, слаботочка, медицинские газы. Сделать предстоит еще много. Ремонт в хирургическом корпусе должен завершиться до конца этого года. Здесь все будет готово для приема пациентов. Комфортабельные четырехместные палаты с отдельными санузлами. Современный операционный блок и реанимационное отделение. Кроме того, установят аппарат МРТ и оборудуют помещение для компьютерной томографии. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».